Международный уголовный суд в Гааге не будет судить израильских военных, пытавшихся остановить турецкое судно «Мави Мармара» в 2010 году у берегов Газы. Прокуроры сочли, что даже если действия солдата нарушали международное право, то в любом случае последствия не были столь серьезными, чтобы дело рассматривалось в Гаагском трибунале. Предварительное следствие было открыто год назад Фату Бенсудой, прокурором Международного уголовного суда. «Я постановила, что существует юридическая база для признания подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда действий израильских сил обороны в отношении судна «Мави Мармара» 31 мая 2010 года. Представители происламистского правозащитного фонда, отправившего судно в рейс, заявили, что все равно намерены добиваться продолжения судебного преследования израильтян. На Международный уголовный суд тоже найдется управа, на все воля Аллаха. Пусть даже впервые, но кто-то должен возразить и этому суду. Так называемый правозащитный конвой из шести судов, названный «Флотилия свободы», попытался в 2010-м прорвать блокаду сектора Газа, но был остановлен израильским спецназом. Люди на судне «Мави Мармара» оказали вооруженное сопротивление, после чего израильтяне применили оружие. В результате были убиты 9 пассажиров флотилии, несколько израильских солдат были ранены.